28 мая Институт дизайна и пространственных искусств отмечает день рождения. Череда праздничных мероприятий института стартовала 5 мая с торжественного открытия выставки в музее имени Лобачевского. Экспозиция в деталях показывает, чего достиг институт за год своего существования в структуре Казанского федерального университета. 28 мая нам будет год. И мы решили не просто отметить одним днем наш праздник, а сделать такую череду мероприятий. Выставка состоит из 4 залов. Первый зал содержит в себе информацию о структуре института. Во втором зале можно ознакомиться с проектной деятельностью преподавателей и студентов института. В этом же месте можно узнать о мероприятиях, которые институт организовывал на протяжении учебного года, и увидеть первые серьезные прототипы, подготовленные студентами. Центром экспозиции является третий зал. Здесь расположены курсовые проекты студентов с направления дизайн среды, коммуникативный дизайн, дизайн интерьера, а также небольшая коллекция декоративно-прикладного искусства. Подробнее о работах студентов во время торжественного открытия рассказали кураторы курсовых проектов и сами учащиеся. В четвертом зале представлены работы студентов с направления Motion Design. Помимо этого, в коридорных пространствах музея выставлены планшеты с информацией об основных открытых лабораториях и школе искусств КФУ. Мы видим результат сотрудничества музеев и одного из структурных подразделений Казанского университета. Мы всегда говорили, что музей Лобачевского – самый молодой музей, но сейчас мы представляем самый молодой институт, а вернее, итоги работы за первый год существования этого института. Торжественное открытие выставки посетили временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский, директора институтов КФУ, преподавательский состав института, а также их коллеги из профессионального сообщества. Мы очень благодарны Петрович, который нас поддерживал весь этот период и создавал те условия, в которых мы могли развиваться. Выставка в музее Лобачевского лишь открывает череду мероприятий в честь юбилея Института дизайна и пространственных искусств. 14 и 15 мая на базе музея имени Лобачевского пройдут дни открытых дверей для абитуриентов и родителей. Также в стенах института планируется проводить праздничные мероприятия для студентов. Завершится ивент от ИДП 28 мая – награждением активистов и праздничным концертом. Посетить выставку в музее имени Лобачевского также можно до 28 мая. Роберт Хасанов, Никита Акиньшев, Фарид Захитаглы, Универньюз.